злобный повар. Работа Мандриана висела вверх ногами больше 70 лет. Похоже на пиар-ход перед выставкой. Подписи нет. Снимок такое себе доказательство. Тогда Пита и в живых-то уже не было, а в мастерской могло твориться все, что угодно. Любители Шишкина и Вазовского в комментах ликуют. Вы еще это, Кларет Малевич проверьте. Хотя уже проверяли. Были случаи других перевертышей. И это уже 100%. Дерево Джорджи О'Кифф, лодка Анри Матисса и высокая трава с бабочками Винсентушки Ван Гога. Полока и Ротко и вовсе вешали перпендикулярно. А Георг Базелец? Он сменил ориентацию своим картинам намеренно. Говорит, это лучший способ избавить форму от содержания. Ну и людей раздражает. Еще раньше к приему инверсии обращался Джузеппе Арчимбольдо. Еда на его картинах превращается в людей. Вот, например, блюдо с мясом, но если перевернуть, то получится...